самую красивую женщину. С любовью. А как же иначе? Теперь песня самая красивая в это утро. Я буду переделан самая эрудированная в это утро. Мискам посвящается, в смысле, мисс Кам. Разных конкурсов. В шумном зале ресторана, среди веселья и обмана, пристань журналиста молодого. Он прекрасную Матрёну посадил у микрофона, попросил сказать два слова. Вот слова сорвались с губ и попали на YouTube, и взорвали интернет, конечно. Ой, тупая женщина, тупая женщина. Просто нечто. Ой, тупая женщина, тупая женщина. Просто нечто. И красотка отвечает: кругом солнышко летает, а земля стоит себе на месте. Журналист с вопросом лезет о богинском полонезе, только автор неизвестен. Ролик весь минуты три, ты пойди посмотри, только не показывай детишкам. Ой, тупая женщина, тупая женщина, даже слишком. Ой, тупая женщина, тупая женщина, даже слишком.